Привет всем, с вами Рича. Сегодня мы будем говорить о том, как создать вот такие вот звездочки в иллюстраторе. И сразу расскажу о самом огромном лайфхаке, после которого я вообще моя жизнь уже не стала прежней. Итак, берем инструмент звездочки непосредственно в иллюстраторе. И если мы зажимаем, допустим, Shift, то наша звездочка, она как бы пропорционально ровно встает. Если мы зажимаем Ctrl, вы можете менять углы граней у этой звездочки, как показано на экране. То есть вы можете, в принципе, создавать какое угодно. Это можно даже использовать, в принципе, как блик. То есть если вы создаете в иллюстраторе, дополняете еще какими-то элементами, размываете по гауссу, например, импортируете это все в PNG, и у вас появляется полноценный клипарт свечения, то есть блика. Едем дальше. Сколько граней у звезды, решаете вы. Потому что если вы возьмете инструмент звездочка и на клавиатуре будете использовать стрелочку вверх, то он будет добавлять вам грани дополнительные для вашей звезды. И можно будет делать еще вот такие вот всякие фигуры, элементы. Ну и, соответственно, стрелочка вниз убирает эти дополнительные грани и оставляет столько, сколько вам нужно. Потом вы просто нажимаете Shift и ставите, применяете эту звезду. Но еще лайфхак. Можно взять квадрат. Да, именно квадрат. И просто повернуть его, чтобы это было похоже уже на ромб. Далее идем в Effects, Desort, и выбираем то, что у меня на экране. И ползуночек влево. И у вас появляется вот такая вот звездочка. Такие звездочки стали очень сильно популярны в последнее время, особенно в графике, в ретро-графике. То есть, пожалуйста, творите, и это делается довольно легко. Ну а как импортировать, вы, наверное, все прекрасно знаете. Выделяете вашу звездочку просто выделением, нажимаете PKM и экспорт. И все. С вами была Рича. Всем до скорых встреч и пока!